А ми продовжуємо, готові представити нашого ранкового гостя. До нашої студії завітав Віталій Бородін, директор Миколаїв Теплоенерго. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Добрий день, доброе утро. Я розумію, що люди, які отримали платіжки, так сказати, в октябрі, немножко були шокировані. Я хочу вкратце об'яснити, чому так вийшло. Це так, як у нас отопительний сезон, як ви знаєте, немножко поздно почався, 23-24 числа. То отчетный период по домам, где есть приборы учета тепловой энергии, заканчивался в нашей организации 24 числа. 25 уже мы сдаем отчет по газу в НАК «Нафтогаз», поэтому было принято решение выставить счета по усредненным тарифам, то есть за квадратный метр. Поэтому люди, население, вы сегодня не переживайте. Значит, отчеты... Уже сегодня идут, люди издают отчеты по приборам учета тепловой энергии. То есть в ноябре, так сказать, в расчетках ноября вы увидите перерасчет этих сумм. То есть и уже в ноябре, а соответственно в декабре будут счета четко по приборам учета тепловой энергии. А что нужно людям делать в этой ситуации? Все-таки платить по этим платежкам в любом случае? Я бы им посоветовал, конечно, оплачивать, пусть не в полном размере, пусть там в 50-60% могут оплачивать. Реальные счета за потребленную тепловую энергию, еще раз подчеркиваю, будут по ноябрю месяцу, то есть в декабре. Поэтому на сегодняшний день я бы попросил, у нас на предприятии отчетная неделя, когда принимаем приборы учета, уже увеличена с 15 по 25 ежемесячно. Поэтому я думаю, за этот срок все успеют сдать по приборам учета тепловой энергии. Также я хотел бы сказать, по вновь установленным приборам учета тоже принято решение, даже если он еще не опломбирован, этот прибор, но уже стоит, пожалуйста, приходите, только приносите с собой хотя бы копию паспорта на этот прибор, значит, или копию проекта на установку этого прибора. Мы обязательно примем этот отчет, и для того, чтобы люди могли в декабре уже получить счета по приборам учета тепловой энергии. Вы сказали, что было, что сейчас будут вот эти все показания со счетчиков, да, а если счетчиков нет, и опять-таки за квадратуру все-таки будет это? Да, да, там есть тариф за квадратный метр 32 гривны 49 копеек за квадратный метр. Поэтому У тех, у кого счетчиков нет, платежка пробивает. Эти цены остаются. Да, эти цена остается, потому что цена сегодня за гигакалорию по приборам учета 1249 гривен, а без прибора учета 32 гривны 49 копеек. Поэтому я бы еще раз просил населения и жильцов, есть программа сегодня, город устанавливает приборы учета, активнее участвуйте в этом плане. И мэр, и вице-мэр готовы вас всегда выслушать. Есть список и ряд домов, особенно касаемо по КП «Миколаеву» «Теплоэнерго», у которых нет приборов, нет активности жильцов. Поэтому там, где будет активность жильцов, там, где будет это, обязательно будет стоять прибор учета тепловой энергии. Проводится работа по установлению этих счетчиков, а какие-то разговоры, беседы проводите с жильцами о том, что у них есть возможность, возможно, те, которые не знают, установить тепловой счетчик? Те люди, которые у нас интересуются, те, которые спрашивают, мы обязательно, они даже видят, на некоторых домах уже проведены предварительные работы для установки прибора учета. То есть возможность устанавливать можно, но немножко пассивная ситуация жителей, потому что на них была возложена вопросы оплаты за проектирование и за антивандальную защиту, потому что пошли кражи уже приборов. Поэтому здесь нужно активнее. Одни не успевают установить, вторые уже успевают украсть. Ну, ситуация такая тоже, вы понимаете, это государственные деньги. Мы вкладываем сегодня, государство и мэрия вкладывает деньги, а буквально из-за того, что вопрос не закрыт подвал, не закрыт, это пассивность жильцов, то есть прибор могут украсть. Поэтому здесь нужно как бы активнее в этом плане. К депутату своему по округу обращайтесь напрямую в ЖКХ города, то есть этот вопрос можно решить буквально в ближайшие 2-3 дня. Но вот эта сумма, которая оплачивается за антивандальные
установку, она на весь дом рассчитана. Да, она рассчитана. То есть, чем больше жильцов участвует, да. Ну, эта сумма, вы поймите, так она колеблется на каждую квартиру 200-300 гривен. Я не думаю, что это такое неподъемное. Это потому что прибор учета на сегодняшний день даст реальные показания, какое идет отопление, и реальные цифры потребления тепла и, соответственно, реальную платежку. А она будет отличаться на 20-30%, чем по тарифу. То есть по время метр. Отопительного сезона нормально, да, можно установить спокойно этот счетчик, никаких проблем с этим не возникает? Нет, с этим не возникает. Есть, вы же видите, погода, есть теплые дни, есть возможность остановить дом, это буквально там на 2-3 часа можно это все сделать. И поверьте, отопительный сезон, начало отопительного не есть преграда для установки прибора учета. На сегодняшний день также многие пишут в социальных сетях о том, что низкая температура. Это какие-то технические работы еще проводятся? Или... Объясню по низкой температуре. Дело в том, что на многих котельных у нас есть автоматизированные системы, которые работают от температуры наружного воздуха. Есть, конечно, котельные, это 135-го микрорайона, которые достаточно у нас устарелые. Они там даже парового типа. Поэтому там мы варьируем, вы поймите, у нас тоже идет потребление газа, и мы варьируем температуру от наружного воздуха. Мы маємо дзвіночок від наших телеглядачів. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаємо вас. Алло, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Представьтесь, пожалуйста, как мы вас живем зовут? На Варенской, 15. С начала отопительного сезона нам включили, не включили отопление. Отопления у нас не было с 22 октября по 10 ноября. Я писала жалобы, лично я писала жалобы везде, департамент, ЖЭК, ТЭС, везде я писала. На место 2 ноября вышли у нас представитель по качеству ТЭС и мастер ЖЭКа. Они мерили температуру в комнате. Но кому они не заходили, во всех у нас стояли камины. Во всех. Плиты включенные, духовки включенные, камины стояли. Они мерили температуру обыкновенным термометром. Как у нас будет перерасчет по жилой площади или по общей? Значит, объясню. На тех домах, где есть приборы учета, прибор учета, он сам регистрирует, например, подачу тепловой энергии. Если подача тепловой энергии была не 22-го, а 25-го, прибор сам отреагирует на это. Поэтому на домах жилых с приборами учета тепловой энергии там перерасчет не предусмотрен. Если же на доме, где нет прибора учета, и есть вот комиссионно выходят представитель ЖЭКа, представитель тепловой организации, значит, и фиксируется актом, что теплоноситель был включен, значит, там, со 2 или 3 ноября, тогда тепловая организация принимает комиссионное решение о перерасчете. Но еще раз хотел бы вас заметить и жильцов, чтобы вы понимали, на сегодня владелец внутридомовой системы ЖЭК, мы подаем, у нас подача тепловой энергии на границу раздела, которая есть с ЖЭКом. То есть фактически, если дальше теплоноситель не дошел, а ЖЭК уже в этот момент 24-го получил наряд и имел теплоноситель на границе раздела, то вообще эти претензии должны предъявляться к балансоутримачу. Почему он в этот момент не послал людей, не запустили отопление? Вот в этом плане. Поэтому фактически, если быть, идти по пунктам закона, то должен ЖЭК со своего, так сказать, тарифа по квадратному метру делать перерасчет и компенсировать эти вопросы жильцам. Это мое такое видение. А если сделать такой алгоритм небольшой, что сейчас жителям сделать? Как писать, либо что писать и к кому обращаться? Они обращаются через ЖЭК. Есть акт, вот если жилец рассказывает, что был представитель, был этот, оно актируется, там не обязательно замерять температуру внутри дома. Потому что если тепло не поступало, оно фиксируется через ЖЭК. Фиксируется через ЖЭК, составляется акт, и этот акт потом поступает в теплогенерирующую компанию. И происходит
как я говорю, определяется комиссионный перерасчет. Ну что ж, будем надеяться, что во всех домах будет тепло, уютно всю зиму. Мы постараемся. Да. Будем радоваться перерасчетам, которые ждут наши телезрители и все Миколаївці. І ще раз нагадуємо, що сьогодні стосовно цього питання спілкувалися із нашим директором Миколаївтеплоенерго Віталієм Бородіним. Дякуємо вам.